Сегодня мы поговорим о том, как сделать фотографию, портрет с размытыми краями. Я их использую в своих роликах. Итак, добавляем, открываем Photoshop, открываем файл «Открыть» и открываем какую-либо фотографию «Открыть». Далее снимаем замочек, создаем дополнительный слой. Перемещаем его вниз, встаем на слой с фотографией, заходим на выделение, прямоугольное выделение, и отступя немножечко от краев, выделяем то, что нам надо выделить. Выделили. Далее выделение, модификация, растушевка. Ставим радиус. Я обычно ставлю 50. Можно побольше, поменьше. Окей. Далее выделение, инверсия и нажимаем Delete на клавиатуре. Delete. Вот у нас, да, и выделение, снять выделение. Вот у нас получилась фотография с краями вот такими размытыми. Ну а далее сохраняем файл. Сохранить для веб. Сохранить. Сохранить. Вот и все. Вот такой мой маленький опыт. Спасибо за внимание. Может быть, кому-то пригодится. Я буду рада. Всех благ.